городе говорят, какой-то убийца рыщет. А для кого вы будете готовить костры, когда нас не станет? Лютик, у тебя есть минутка? Для тебя всегда. Как так вышло, что ты стал владельцем этого заведения? Ты не поверишь. Мне оставил его по завещанию Алонсо Вилли, сам ублюдок старший. И правда, не верю. Алонсо держал на коротком поводке весь местный криминальный мирок. Но в глубине души он был романтик. Кстати, именно поэтому его сын меня недолюбливает. Киприан, ублюдок младший, собирался устроить здесь бордель. Но Шалфей перешел ко мне. И я сделаю из него самое элегантное заведение в городе. Очаг искусства и культуры. Увидимся. Что тебе на малый суп насрать? Слух! Признаюсь, этого я от тебя не ожидал. У вас, людей, своеобразный вкус. Как все прошло на Лысой горе? Ты же знающий. Я спрашиваю из вежливости, которой вам не хватило, когда вы уехали, не сказав ни слова. Цири очень спешила. Знаю, она оставила записку, впрочем, я не об этом. Ловко вы разобрались с Имлерихом. Настолько, что это в определенном смысле вдохновило меня. То есть? Вы значительно ослабили Эридина. Осталось еще двое полководцев. Как от них избавиться? Карантир верен Эридину, а Гейльс совсем другое дело. Он был предан нашему прежнему королю. А так вышло, что именно Эридин его и отравил. Убийство короля — это сильно. Я так понимаю, немногие об этом знают. Из ныне живущих, скорее всего, только я. И Эридин, разумеется. Вопрос в том, поверит ли тебе Гейльс. Об этом не беспокойся. Ты не сказал про убийство Гейльса. Столь радикальные меры нужны далеко не всегда. Значит, ты попробуешь с ним договориться. Блестящая дедукция. Мои поздравления. Ну хорошо, и что ты предлагаешь? Привести его сюда и показать, как все было на самом деле. Отличный план. Проблема в том, что мы не знаем, где он. Знаем. Гейльс Вайн Эйле. Что такое Айн Эйле? Ты не помнишь? Ты же путешествовал с Эридином. Край народа Альхи. Мир, куда мы прибыли века назад и который теперь стал нашим домом. Оттуда родом Красные Всадники, и там мы найдем Гейльса. Кажется, ты кое-что забыл. Ты и Цири, может, и умеете путешествовать между мирами, но я — нет. Как ты знаешь, кроме мира, в котором мы находимся, есть множество других.
Их объединяет система переходов, тайных ворот, которые позволяют попадать из одного мира в другой. Разумеется, знают о них и умеют их найти немногие. Например, знающие. Например. Один такой переход скоро откроется недалеко отсюда. Между этим достойным заведением и переулком мясников. Это наш шанс. Идем? Идем. Я знаю этот дом. Я должен был прогнать отсюда прибожка. Должен был? Я решил, что он безобидный. Здесь, за стеной. Мы пришли. Пока мы не найдем Гейлс, обратно не вернемся. Ты готов? Да, я готов. Помни, где бы ты ни оказался, ищи места, похожие на это. Раньше или позже мы встретимся. Мы разделимся? Возможно. У меня нет способностей твоей протеже. Зираэль, госпожа пространства и времени. Я же до некоторой степени умею использовать тайные знания. Пора. Ненавижу порталы. Ну и где мы? Добро пожаловать в Дидрит. Это где-то в нашем мире? В вашем мире тоже есть такие скалы. Ладно, идем дальше. Что это за место? Это очень старый мир. Он истощен и разрушен. Здесь что-то живет? По большей части... Пустынные создания, которые способны месяцами обходиться без воды. А. И гигантские песчаные черви глубоко под землей. Надо быть осторожнее, чтобы они нас не учуяли. А раньше? Здесь жили люди или эльфы? Думаешь, разрушением миров занимаются только гуманоиды? Так кто жил здесь? Какие-нибудь разумные монстры? Посмотри на эти скалы. Ничего не напоминает? Ха. Похоже на русло огромной реки. Или морское дно. Так здесь жили какие-то водные существа?
Нет. Здесь жило море. Ты хочешь сказать, что... Что миров очень много. Форм жизни еще больше. Многие разумные. И куда более разумны, чем люди. Впрочем, даже это не останавливает их от того, чтобы вычерпать все ресурсы своего мира до последней капли. Портал. Больше похоже на развалины. Внешность бывает обманчивой. И чего мы ждем? Когда он откроется. Еще немного. Что происходит? Песчаные черви нас учуяли. Отлично. Чудесно. Иди. Их все больше. Их всех не победить. Как только портал открылся, беги за мной. Три, два, один. Очень хорошо. Вовремя. Я рад. Авалак! Что-то мне не хочется лезть в это облако. Зараза, надо было задержать дыхание. Еще немного, и я бы задохнулся. Облака стороной, или пробегать их как можно быстрее. Спрятаться, иначе я околею. Потом быстро искать следующий переход. Если найду укрытие, то как-нибудь и до перехода доберусь.
Свет в таком месте? Кто-то же его зажег. Если мне повезло, это был один ворчливый эльфский знающий. Жума занесло до самых крыш. Интересно, давно здесь метет? Ничего другого я не ожидал. Что это может быть? Ты долго? Были проблемы по дороге? Нет, просто любовался видами. Что это за место? Кажется, я здесь уже был. Именно здесь ты дрался с проекцией Редина. А еще раньше здесь сражалась Цири за тебя. То есть? Ты никогда не интересовался, как ты освободился от красных всадников? Интересовался и не раз, но ничего не помню. Тебя забрала Цири. Она почувствовала, что ты в опасности, вырвала из лап охоты и перенесла в лес под Каэр Морхеном. И после этого Эридин начал ее преследовать из-за меня? Почему она не сказала? А что бы это изменило? Где мы? Это мир Айнели? Нет, это Таддейра. Время конца. Мир, уничтоженный белым хладом. Это обязательно случится во всех мирах.
на разных этапах существования разумной жизни. Ты говоришь об этом так спокойно. Эридин позволил сознанию неизбежной гибели овладеть собой. Теперь им владеет страх. Я не хочу совершить его ошибку. Может, пояснишь? Не здесь, а не сейчас. Мы тратим на Гейльса столько сил, но я по-прежнему не знаю, чем он так важен. Эридин отличается от короля, которого он убил. Его интересует власть ради власти. На бюрократию ему не хватает терпения. Большую часть времени он проводит, скитаясь по иным мирам во главе Красных Всадников. Так что в столице ему нужен наместник. Гейльс – прекрасный распорядитель и несравненный мастер интриги. Это самый опасный обитатель Айн-Эли. У него есть какие-то слабые места? О да, он честен. Я надеялся, мы все-таки не разделимся. Я предупреждал, что это возможно. И где пролегал твой путь? Через мир, где только что умерло солнце. Я с трудом дошел до следующего перехода. Свет на скале оставил ты? Я подумал, это тебе поможет. В конце концов, для того маяки нужны, чтобы указывать путь. Думаю, тут тоже небезопасно. Двинулись. Пойдем. И когда откроется следующий проход? Скоро. Тирналия? Дворец Пробуждения. Прежде Лунный дворец. Резиденция Геймс. Прекрасный город. Я рад, что ты его оценил. Эльфская архитектура несколько более изощренная, чем ваша. Кто это? Что они здесь делают? Думаю, на сегодня мы закончим, моя сладкая. Будь так добра, оставь нас. Наверное, все согласятся, что это дело касается только нас, не так ли? Креван из Пан, Айпкеван Маха и Ведьмак из Ривии. Кедмин. Как вам нравится моя новая модель? Она немного напоминает Лару Доррен. Ты не находишь, Креван? Разве что ростом. О, вижу, для тебя эта тема все еще болезненна. В таком случае пока оставим ее. Будете что-нибудь пить? Мы не на чай сюда пришли. Должен признать, что не ожидал тебя здесь увидеть, ведьмак. Собственно, ты заключил любопытный союз. Думаешь, Авалак с тобой искренен? Я спрашиваю так, из любопытства. Думаю, даже среди эльфов Айн-Эли может встретиться кто-то порядочный. Наивность благословения глупцов. Мне кажется, я вижу тень нетерпения на ваших лицах, а потому, что вас привело? Я пришел рассказать, кто убил нашего короля. Вы приложили немало труда, чтобы добраться до меня. Значит, над ложью, которую вы для меня приготовили, вы тоже хорошо потрудились. Ты увидишь правду. Она явится тебе во сне. Ты нашел анейроманта? Они всегда видят правду.
Похоже, предчувствие меня не обмануло. Это будет интересно. Я устал от этих ваших расшаркиваний. Пойдем. Куда, если позволишь спросить? В мир Айнсиде. В этот раз напрямую. Пойдем, пока сюда не сбежала стража. Полагаю, нашу гостью тебя представлять не надо. Привет тебе, Зираэль. Значит, правда, что ласточка теперь водится с лисом? Не пытайся нас стравить. Ты не помнишь, как Авалак тебя шантажировал? Как пробовал подложить тебя на ложе нашего короля? Он распоряжался твоим телом, как свиной тушей. Помню. Но еще лучше помню, что досоветовала Редину сделать со мной, когда он меня поймает. И помню, что красные всадники сделали в Каэр Морхене. Я пришел сюда не за тем, чтобы ссориться. Где обещанные доказательства? Ты увидишь их во сне. Ах да, анейромантка. Ее видение нельзя подстроить. Ты хочешь мне показать, как Эридин убил нашего короля? И что дальше? Я должен настроить Айнеэли против Эридина? Поднять восстание и объявить Авалакха новым королем? Не льсти себе. Достаточно того, что ты выступишь против Эридина. Хорошо. Пусть Вещунья покажет мне последние минуты короля. Она покажет их нам всем, чтобы не было никаких неясностей. Почему бы нет? Здравствуйте.
Ваш единственный шанс дать ему бой на ваших условиях. В этом мире, условленном месте. Отправляйтесь на Скеллиге, найдите там солнечный камень. С его помощью вызовите Нагльфар и Эридина. И если Эридин запросит подкрепление, Айнаэли ему не ответит. Ты принял верное решение. Скоро откроется новый портал на Тирналия. Я стабилизирую его, и ты сможешь вернуться. Идем. Вполне возможно, он блефовал. Он мог сказать это просто для того, чтобы мы его отпустили. Зараза. Надо было его прижать. Успокойся. Авалах знает его лучше. Он вернется и все объяснит. Помяни дьявола. Геральт беспокоится, что мы слишком легко отпустили Гейльса. Дешево он от нас откупился. Выдал пару советов, какую-то байку про солнечный камень. Он дал нам уверенность в том, что он не поддержит Эридина. И это уже очень много. Похоже, ты что-то задумал. Может, расскажешь? Когда мы найдем солнечный камень, с помощью магии ваших чародеек мы вытянем корабль Эридина в залив Ундвика. Мы устроим ему засаду. И когда король охоты появится, мы убьем его. Так просто? Победить Эридина будет нелегко. Но мы сможем. Отыщите чародеек из ложи. Увидимся в порту. Мы отправляемся на Скеллиге. Стало интересно, что за дело ты хочешь закончить? Когда я последний раз была в Новиграде, я влипла в неприятности. Ты слышишь? Некоторые мне тогда помогли, а другие не так, чтобы очень. И тех, и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? Иди. Нам нужен храмовый остров. Ты вдруг ударилась в религию? Нет, пойдем. Мы уже почти на месте. Куда мы идем? Повидаться с ублюдком младшим. Поздно. Его нет в живых. Я спросила Золтана, и он сказал, что ублюдок живой и здоровый сидит на храмовом острове. Я лично всадил ему меч промеж ребер. Должно быть, у тебя дрогнула рука. Он как-то оклемался. Я тебя предупреждаю. Зачем тебе это? Я хочу посмотреть ему в глаза. Что тогда? Не знаю. Зависит от того, что я в них увижу. Да здравствуй, да здравствуй. Плевать меня тянет. Что? Мы к господину Вилли. Господин ублюдок ожидает важных гостей. Убирайтесь, мутные. Подвыпердыши! А я думал, мы все уладим миром. С дороги, недотепы! А то мы вам так рожи начистим, что вас даже у хромоножки Катарины принимать перестанут. Чего? Пошел вон! Не понял? Слишком много букв? Ах ты, шлюшка! Моя пахта, кавалера! Ты сказала Геральт? Такой Геральт. Из грёбаной Ривии. Так...
что же вы сразу-то не сказали? Прощения просим за происшествие. Это недоразумение. Господин Вилли вас ожидает. Прилично прибыло. Это было странно. По меньшей мере. Интересно, что они собираются делать? Сейчас узнаем. Надо же, кого я вижу. Ты наконец нашел свою маленькую протеже. Правда, у тебя это отняло немного времени. По-моему, он выглядит живым и здоровым. Ты-то думал, что замочил меня? Сюрприз, сука! Завали хлебало, ведьма, пока его кто-то другой не закрыл. Довольно! Я закончу то, что ты начал. Ой-ой, стойте, стойте, это же я, Дуду! Дуду Бибервельд! Вы меня правда не узнали? Дуду? Погоди, Цири. После налета на сокровищницу Дикстры ты исчез. Как я тебя нашел? Быстро! На площади мясников! Вы поставили пьесу Присциллы! Ну ты вытащил меня на сцену! Отложи меч, Цири. Это Дуду. О, боги! Ну вы меня и напугали. Обошлось бы без этого, если бы ты не обернулся ублюдком. О чем ты вообще думал? Когда мы от него убежали, я не знал, что мне делать. Я не мог больше скрываться. Рано или поздно меня все равно бы нашли. И тогда я принял решение. Мы-то знали, что он умер, а больше никто и не догадался. Это был мой шанс. Никто не плакал по ублюдку-младшему. В своей никчемной жизни он не помог никому. Забавно, что его стали уважать только после смерти. Говорят, что каждый заслуживает второго шанса. Быть может, это правда. Ублюдок в определенном смысле получил свой второй шанс. Он разделил его с одним доплером, которого друзья называли Дуду. Я и не подозревала в тебе такой отваги. И я в себе тоже. Да, кстати... Ты даже не представляешь, как я рад, что с тобой все в порядке. А я что не перерезала тебе горло? Интересный род занятий ты себе выбрал. У него всегда была деловая хватка. С борделями и азартными играми он тоже справится. Так в том-то и дело, что в этом нет нужды. Через 2 недели после смерти Вилли я объявил, что уверовал в вечный огонь. Продал нелегальное дело и занялся морской торговлей. И никто из людей-ублюдка не протестовал? У меня есть знакомство в гильдиях, а потому доходы в 2 раза выше, чем раньше. Для людей Вилли в 2 раза больше крон в кошельке, значит в 2 раза больше уважения тому, кто кошелек дает. Тебя же могут раскрыть. Люди Вилли до сих пор не догадались. Его партнеры тоже нет. Даже вы повелись. И это могло для тебя плохо кончиться. Факт. Иногда меня заносит. Но обычно я очень осторожен. Ну, нам пора. Верно. Нужно еще заглянуть в Золотое Сёто. Рад был вас увидеть. Берегите себя. Ты тоже. Бывай, Дуду. Зачем мы идем в Осёта? Встретиться с девушкой, которая когда-то мне помогла. Знакомая Лютика. Ее зовут Бея. Она работает официанткой в Золотом Осетре. Это она помогла мне найти Лютика. Я хочу ее поблагодарить. Она тогда сильно рисковала. Почему? У меня на хвосте была храмовая стража. Заодно только общение со мной ее могли высечь. Вечно ты во что-то ввязываешься. Вся в тебя. Знаешь, я однажды была в городе, очень похожем на Новиград.
только люди там были гораздо выше, и кожа у них была черная. Это было где-нибудь в Зерикане? Нет, в другом мире. А как это, прыгать между мирами? Как проходить через портал или по-другому? Немного по-другому. Сначала было тяжело. Я не очень умела это делать. Приходилось ужасно сосредотачиваться, чтобы не оказаться, например, внутри вулкана. Но я многому научилась у Авалакха. Теперь я просто думаю о том месте, куда хочу попасть, закрываю глаза и готова. Мы дали тебе шанс. Надо было им воспользоваться. Плевала я на ваши шансы. Еще пожалеешь, корова! Следи за языком, когда говоришь с дамой. Не суйся не в свое дело. Вынимайте мечи и давайте с этим заканчивать. Что? Вы хотите ее обидеть, я этого не позволю. Завяжется ссора, вы начнете херами мериться. Нет у меня на это времени. Доставайте мечи. Пора заканчивать. Спасибо. В этот раз они и правда были настроены решительно. А я говорила, чтобы ты их не задевала. Что же теперь? Не впускать мне людей только потому, что какой-то громила мне угрожает? Как бы не так. Рада тебя видеть, Беа. И я тебя, Цири. Кто твой галантный спутник? Геральт из Риви. Тот самый Геральт! Мне очень приятно. Я много о тебе слышала. Например, что? Например, то, что ты спасал ее из передряг столько раз, что и не сосчитать, и всегда мог ее развеселить. Это я слышала от Цири. А от других? Беа, я еще здесь. Ну, хорошо, хорошо. И что вас привело? Я хотела тебя поблагодарить за все. Ох, да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не у каждого хватило бы смелости. Спасибо. Это тебе, маленькая безделушка, чтобы ты обо мне помнила. О, какая красота! Спасибо. Так что, вы останетесь? Будет суп и гуляш. Корчмарь утром порося забил. Спасибо, но нам нужно навестить застенье. К Вальда идете. Ну, не буду задерживать. Там вас тоже хорошо накормит. Будьте здоровы. Присматривай за ней, ведьмак. Присмотрю. Бывай. Я кровью умоешься! Да дайте же мне всего успокою! Ау! Это твоя подруга, Беа. Что с ней? Ничего. Она довольно милая. Геральт, ты невыносим. А что такого? Что такого интересного на застене? Лагерь бродячих циркачей. Нелюдей. Когда я сюда приехала, то хотела найти приз. Жилось мне тут нелегко. Деньги, которые дал мне барон, почти сразу закончились. Стрис мы так и не встретились. Нам помешала храмовая стража. А меня же разыскивали. Стрис что, не пробовала с тобой связаться? Она же не знала ни о чем. Она думала, что встречается с очередной алхимичкой, которая собирается бежать из Новиграда. Я не хотела подвергать ее опасности. За мной гнались, я была без гроша. Тогда я встретила Вальда. Он и его люди мне помогли. Потом познакомили меня с Беа. А благодаря ей я попала к людям. Остальное ты знаешь. И где этот твой знакомый?
Цири! Ты дьявол, воплоти, куда ты пропала? Привет, малышка! Ты что, дедушку привела? Айгар, ты невыносим. Позвольте представить. Геральт из Ривии. А, приветствуем! Мы много о тебе слышали. Наверняка вранье по большей части. Если вранье то, что ты был ей другом и наставником, когда она была еще маленькой, то она врала, как сивый мерин. Успели в последнюю минуту. Завтра вы бы нас здесь уже не застали. Уезжайте? Скоро начнут выселять нелюдей. Мы хотим упредить события. Понимаю. Проблема в том, что по дороге у нас пали два коня, а два других слишком слабы, их не запряжешь. Мы как-нибудь справимся. Впрочем, уезжаем мы только завтра, так что сегодня горевать не стоит. Да, прошу простить, пойду поговорю с купцом. Может, он согласится обменять наших кляч на одного здорового коня. Чтобы Вальда завтра не пришлось горевать. Какая муха его укусила? О, не бери в голову. Таков уж Айгар. К вечеру пройдет. Скажите лучше, что вас привело? Я хотела попросить прощения. Тогда я исчезла так внезапно. Да ладно. Главное, что ты вернулась. И что ты жива и здорова. Это вам. Ровно столько, сколько ты мне тогда одолжил. Еще немножко сверху. Цири, ты же знаешь, что я этого не возьму. А ты знаешь, что я не приму отказа. Знаю. Давай на это сыграем. Ты в седле-то держаться не разучилась? Само собой. Тогда устроим заезд. Геральт, присоединишься? С удовольствием. Вот это я понимаю. Пойдемте. Геральт, возьми одного из этих. Иду, иду. Раньше ты была быстрее. Я дала тебе фору. Быстрее! Ты отстаешь! Вперед смотри, а то еще упадешь! Я все еще могу тебя обогнать. Я поддавалась! Прекрасные скачки! Надо это отметить! У нас есть несколько бочек самого лучшего каэдвенского. Сейчас все соберутся и зажгут костры. Эта ночь будет нашей. Ты знаешь, может, это не мое дело, но я рада, что вы с Йеннифер в конце концов вместе. Я тоже. Долго до вас доходило. Наверное. Мы оба должны были до этого дозреть. И как это было? Когда желание перестает действовать, что ты чувствуешь? Мы стояли там вдвоем на вершине горы. Я смотрел на нее и чувствовал, что рядом с ней я на своем месте. Наконец-то. Еще вина? Спасибо. Я рада, что мы остались. Я тоже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Ах, я бы с таким удовольствием осталась с ними. Пила бы, путешествовала бы из города в город, ни о чем бы не заботилась. Хороший план. Я, пожалуй, присоединюсь. Договорились. Если после всего этого от нас останется не только горстка пепла. Победить дикую охоту нелегко, но с нами будут чародейки Ложи, Авалак. Мы справимся.
Боюсь, в моем случае схватка с охотой только начало. Ты о чем? Ты обещала! Я пошутила! Иногда так хочется быть такой, как они. Пьяной и хихикающей? Сегодня у тебя есть такая возможность. Не в этом дело. Я бы хотела быть обыкновенной. Проблема в том, что ты необыкновенная. Ты родилась для великих дел. Я слышу это с рождения. Все из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Благодаря ей у меня есть все эти способности, но из-за нее я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победи, Маридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Редина. Когда-то это были чародейки из ложи. Теперь мой отец, даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть о Валакхах? С Валакхом все иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки, не вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. Ну, как скажешь. Ты сомневаешься? Однажды Валак попросит тебя об услуге. Ну, даже если это так, у меня есть еще очень-очень много времени. И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. Это Пабло. Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут? Не скучали, пока кое-кто нам не помешал. Он страшно раздражительный, этот твой друг. В этом вы с ним похожи. Ну что там вышло с купцом? А, это все гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Значит, придется раздобыть коней другим способом. Ого, я чую неприятности. Я знал, что тебе понравится. Мы хотим пробраться в его конюшню. Там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Может, получится раздобыть их иначе? Так вышло, что у меня есть кое-какие деньги. Я мог бы вам одолжить. Мы не сможем их отдать. И не надо. Жаль, у императора нет второй дочери. Мы могли бы скупить всех коней в Новиграде. Предложение великодушное, но это не лучший выход. Купцу не деньги наши мешают, а мы сами. Он сказал, что с мерзавцами вроде нас торговать не будет. А раз торговать он не хочет, лошадей придется украсть. Ну, не знаю. Кажется, это не самая лучшая мысль. Геральт, не выдумывай. Купец от этого не обеднеет. А мы, наконец, займемся хоть чем-то, кроме бегства от дикой охоты. Не заставляй себя уговаривать. Ну, что делать? Надо помогать другим в беде. Да-да-да! Должен признаться, мне показалось, что ты не такой. Какой? Решительный. Ну, в путь! Встретимся у конюшни. Айгар, стой на страже. Мы с Цири попробуем зайти. Хорошо. В наши дни трудно найти хорошую стражу. Тихо, а то он проснется. Подождите здесь. Я зайду и открою вам изнутри. Только не наделай шуму. Закрыто. Может, есть другой путь?
Жри грязь! Лошадей, пока они не перебудили страсть. Мы с Айгером откроем дверь. У-ху! Получилось! Какая работа! Видели двух недоумков, которые за нами гнались? Они чуть сапоги не потеряли! Спасибо, Геральт. Это было здорово. Факт. Приятная замена охоте на чудовищ. Спасибо, что помогли и что ты нас навестила. Здорово было снова вас увидеть. Держитесь и берегите себя. А вы не забывайте о нас. Я загляну попрощаться к Вальдо. Тогда увидимся у Лютика. У меня еще остались кое-какие дела в городе. До встречи. Только убийца рыщет. Впрочем...
Ват, Герн. Я тебе должен мешок шампиньонов за то, что... Вечном огне сгорят наши грехи. Люди! Помогите! Мута! Себя! Он мне нужен живым! О, это ты зря. Безбожник! Материальном мире. И я материальный. Блевать или не блевать? А как меня сейчас перемениться в траве? Чё? Ридание? Мне с тобой. Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Что же тут странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки – выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту. У тебя в штанах точно все, как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Я хотел бы кое-что купить. Я хотел бы провести время наедине с одной из твоих девушек. Милости просим.
Только девушек-то особо не разглядывай. Осмотр отдельных денег стоит. Мы живем в материальном мире. И я материалистка. Мне как раз сестра говорила, что в город ведьмак приехал. Она была права. Хочешь меня, а? Не нравишься. Я бы провел с тобой ночь. Я тебя не разочарую. Вместе в бане. Я чувствую себя такой грязной. А! Родовита в Новиграде? Я рада. Больше солдатни. Ну и улыбка. Сходим вместе как лопнувший в бане. Шрам. Я хочешь передихнуться? Такой грязный? Определенно. Черные? Рядания? Лишь бы платили и не били. У тебя вульгарность написана на лице. Заведении я с таким же успехом могла бы пить помои. С Имлерихом ты все придумал или Цири? Я. Обычно ты врешь гораздо менее убедительно. Если ты собираешься... Я собираюсь сказать, что то, что ты ее защищаешь, очень мило. И ты правильно сделал, что поехал с ней. Думал, ты будешь в бешенстве. Из-за чего? Что ты поддержал Цири в ее решении? Что вы сражались плечом к плечу и победили? А если бы мы проиграли? Мы бы сейчас не разговаривали, а женская часть континента утонула бы в слезах. Вы победили. Так что не стоит говорить о том, что было бы. Что ты делаешь в этом прекрасном месте? Скоро узнаешь. Лучше скажи, что с Филиппой. Мы с Трис отбили ее. Оказалось, она была у Дикстры, но уже все в порядке. Хорошо. Ты скажешь, наконец, что ты здесь делаешь? Я узнала, что Маргариту держат в Оксенфуртской тюрьме. Еще я разыскала человека, который из нее бежал. Скоро он должен здесь объявиться. Ты знаешь что-нибудь об этом беглеце? Я знаю только, что никому, кроме него, не удавалось сбежать из Дейли. И что его ищет теперь стража со всего города. И ты думаешь, ему можно доверять? Сейчас узнаю. Он как раз пришел.
Аббат Фария? А кто спрашивает? Нам надо поговорить. Зараза. Лучше его догони. Эти люди уже совсем одичали. Эй, осторожнее, а? Я думал, ты с ним договорилась. Я сказала, что я его нашла. Чего вы от меня хотите? Пустите меня! Спокойно. Нам надо поговорить. А потом стилет под ребра и в канаву? Посмотри на нас. Разве мы похожи на бандитов? Ну, не очень-то. Вот именно. Кроме того, ты для нас гораздо ценнее живой, чем мертвый. Значит, вы меня не тронете? Нет. Просто расскажешь нам кое о чем, а потом пойдешь восвояси. Ну, коли так, будь по-вашему. Только давайте-ка вернемся в хромоножку, чтоб на улице не стоять. Вино пойдет тебе на пользу. Спасибо. Чего вы хотите? Попасть в Дейру. Идите к охотникам и скажите, что практикуете чары. Тут же там окажетесь. Мы должны это сделать так, чтобы никто не заметил. Расскажи, как ты бежал, и пойдешь своей дорогой. Говорят, что из Дейры выходят только трупы. Так говорят. Тогда я подумал, а почему бы не попробовать? Но останки сжигают. Начали сжигать, когда поняли, что я, старик, от них сбежал. Раньше покойников сбрасывали в большую яму. К яме этой примыкает канал, а он ведет к реке. Добрался до реки, считай, свободен. Значит, теоретически мы можем войти тем самым путем, которым ты вышел. Если только нам не помешают разлагающиеся останки. И если вы протиснетесь через решетку, после моего побега проход закрыли решеткой. Решетки можно взорвать. Чтобы нас услышало полгорода? У меня есть мысль получше. Аксенфурт построен на эльфских руинах. А те, в свою очередь, наверняка где-то соединяются с каналами. Если мы найдем проход, то проникнем внутрь тюрьмы. Кажется, Дейра охраняется лучше, чем крепость Викаваро. Они набирают стражу из охотников за колдуньями. Худшие отбросы, дикие фанатики. Вы бы видели, что они с людьми вытворяют. Каждый день пытки, колесование. Покой был только в праздники, когда они напивались до беспамятства. Им можно пить на службе? Вроде нет, но сами знаете, как оно бывает. Видишь? Ничего страшного. И еще совет напоследок. Смени качму. Здесь все знают, кто ты такой. Спасибо. Что бы вы ни задумывали, надеюсь, у вас получится. Мы тоже. Бывай. Что теперь? Интересные вещи наш друг рассказал о стражниках. Что, они пьют на службе? Золтан мог бы позаботиться о том, чтобы у них было что пить. Хорошая мысль. Я поищу проход к руинам. Встретимся позже, на Аксенфуртском мосту. Полегче. Можем сделать это здесь? Или пойти ко мне? Я создана для режима. Да. Это все слова.
Золтан? Да! Маргариту держит в Дели. У нас есть план, как ее оттуда вытащить, но нам понадобится твоя помощь. Что делать? Погрузи на телегу столько Махакамского, сколько сможешь, и езжай в Оксенфурт. По сигналу Йеннифер ты проедешь мимо ворот тюрьмы и угостишь стражника. Тут вот какое дело. Как чародеи в городе перевелись, охотники взялись за нелюдей. Краснолёт, который путается у ворот тюрьмы, только внимание привлечет. Верно, я и не подумал. В таком случае пойду сразу к Йен. Она обещала найти вход в руины под городом. Похоже, теперь и в Новиграде неспокойно. Что тебя здесь держит? Я хотел раскрутить собственное дело, только ничего из этого не вышло. Залез в долги, теперь вот приходится выплачивать. Хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую, но во всем виновата исключительно моя собственная глупость. Ну да не хочу я это размусорить. Спасибо за беседу. До свидания. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Служу вечному огню. Дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Вина! Ведь не дался ему напивать дьяволу никто. Вход. Даже несколько. Ближайший в колодце, недалеко отсюда. А ты про помощь договорился? Мы сами справимся. Начнем. К делу. Его величество Родовит, король строгий, но справедлив. А если стражники знают о проходе в развалинах и поставили там стражу? Не знают. Ты так уверена?
И иерархи Новиграда делали все, чтобы стереть память об эльфском прошлом города. Даже если кто-то помнит, что руины существуют, никто не знает, куда они простираются. Тем более, никому не придет в голову ставить там стражу. Надеюсь, ты права. Предание. Пришли. Еще недавно колодец был закрыт камнем. Согласно эдикту иерарха Хемельфарта, изданному больше 10 лет назад. Но я нашла пару сильных и отзывчивых прохожих, которые за небольшую плату любезно согласились убрать валун. Держи. Что это? Воспользуйся этим, когда найдешь Риту. Так я смогу понять, где именно ты находишься. Ты не пойдешь со мной? Продираться через руины и каналы я предоставлю специалисту. Ясно. Ты предпочитаешь прийти на все готовое. Снова мокнуть. Очередной расхититель эльфских гробниц.
Механизм сломан. Не хватает какого-то элемента. Может, его удастся чем-то заменить? Это вроде подойдет. С виду стена хрупкая. Чужой храме!
удержи! Слушаюсь! Что происходит? Маргарита. О, кто там? Геральт? У меня уже галлюцинация. Я вытащу тебя отсюда. Бесполезно. Без ключа не открыть. Начальник стражи носит ключи при себе. Его комната наверху. Я скоро вернусь. Сегодня плохой день. Что это может быть? Сюда попал! Чужой! Вечный огонь! Все по-быстрому. И быстро, и как вы, блядь, не научитесь. А, сука! Что ты делаешь? Сейчас здесь будет Ян. Рита, что они с тобой сделали? Когда я достану этих уродов? Я с удовольствием тебе помогу, если доживу. Надо забрать ее отсюда. Немедленно. Я не пройду через портал с вами двумя. Тебе придется выбираться самому. Идите. Я все равно не люблю порталы. Thank you.
Веди себя прилично, ведьма. Случилось? Еще ничего, но что-то намечается. Филиппа и Маргарита хотят со мной поговорить. Они сказали, о чем разговор? Нет, но я догадываюсь. Готова поспорить, у них есть на меня какие-то планы. И они милостиво соблаговолили меня в них посвятить. Сомневаюсь, что ты отвертишься от этого разговора. Если хочешь, я могу сходить с тобой. При тебе они наверняка будут говорить более взвешенно. Не уверен, но одна голова хорошо, а две лучше. Пойдем и закончим с этим. Вы хотели поговорить? С тобой, не с Геральтом. Геральт остается, или мы оба уходим? Пусть остается, Филь. Он все равно все узнает. Хорошо, если только не будет встревать. Считай, я просто декорация. Ты наверняка помнишь, что у ложи некогда были серьезные планы в твоем отношении. Предполагалось, что ты пройдешь обучение и станешь одной из нас. К сожалению, тогда у нас ничего не вышло. Теперь мы намереваемся восстановить ложу. И снова делаем тебе предложение. Присоединяйся к нам. Печально, что наша дорогая Кейра не сможет участвовать в этом предприятии. Но обстоятельства не позволяют нам соблюдать долгий траур. Ну, что ты решила? Ты присоединишься к нам? Так же, как тогда. Собираешься выдать меня замуж и сделать вашей марионеткой? Тогда ты была ребенком, а мы плохо оценили ситуацию. Теперь мы предлагаем тебе партнерство. Равенство в ложе — это вздор. Всегда были те, кто вел игру, а остальные им вежливо поддакивали. Мудрость чародейки в умении найти для себя верное место. А твое место во главе. Пойми, что ты была создана для великих дел, и в союзе с нами ты сможешь их совершить. Только мы научим тебя контролировать силу. Для этого у меня есть Авалак. И ты это допустил? Ты правда веришь в его чистые намерения? Не верю, но лучше иметь на шее одного знающего, чем целую ложу. Знающие всегда имеют тайные цели. Они никогда ничего не делают бескорыстно. Ты орудие в его руках, даже если сейчас этого не видишь. Мы дадим тебе знания и защиту, но ты будешь сама себе рулевым капитаном и кораблем. В отличие от Авалакха, мы можем это обещать. Мы не ждем от тебя в данную минуту никаких решений. Обдумай наши слова и поговорим, когда будешь готова. Если это все, то... Мы едем на Скеллиге искать солнечный камень. Авалак ждет в порту.
Ну что? Не знаю. Я не хочу это обсуждать. Пойду пройдусь.